Всем большой привет, зрители нашего канала. Большой-большой привет. Время еще 7 утра нет, мы уже проснулись. И идем с Леной на пляж, посмотреть, какие там дела, посмотреть на море. Потом, может быть, что-то интересное запишем, станцуем, а потом уже пойдем с вами на завтрак. Спалось отлично, только до постели. Но мы на анимацию в отеле не остались, потому что устали, перелет был. Ну и эмоции, все это, знаете, отнимает жизненные силы, поэтому мы в 10 вечера уже спали. Вот здесь проходит анимация в отеле, здесь снэк-бар находится, здесь два бассейна. Я вам показывала в предыдущих видео, но это был вечер. Вот, а мы с вами идем, вот отель наш называется Sea Life 5, Family Resort. Мы с вами идем сейчас на пляж. Плюс 25 градусов, и это только утро. Надо пойти через дорогу перейти. А можно вот такой туннель. Выходите из отеля и сразу спускаетесь в туннель. Он такой небольшой. Мы вчера здесь ходили. Некоторые места есть, тоже нужно нагибаться. Видите, здесь полы помыли, поэтому нужно идти очень аккуратно, скользкий пол. И вот здесь, вот видите, какие проходишь. Какой-то квест какой-то раз. И здесь нужно вот так вот оп-оп-оп нагнуться. А, вчера закрыт был. Не знаю, насколько закрывает. И вот, допустим, здесь уже вода стоит, наверное, мыли. В общем, тоже идешь-идешь по дорожечке. И обязательно нагнуться. И, как говорится, свет в конце туннеля. Ну, зато здесь, знаете, свой пляж. Свои лежаки, сейчас вам покажу все. Мы прочитали, что вот Sea Life Beach, правила пользования. Ага, здесь мы прочитали, что всегда есть свободные лежаки. Всегда. Смотрите, справа горы, солнышко встает. Красота. Сейчас мы под зонтиком будем располагаться. А здесь уже какие-то другие пляжи. Ну и вот заход, видите, мелкая-мелкая галька. Такой вот заход. Вот. Вполне комфортный. Я могу без специальной обуви заходить. Ну, у мамы есть, у Лены есть. И вот такие вот лежачки. 6.50 здесь часы, неправильно показываю. Ой. Видите, люди уже купаются вовсю. Молодцы. Так, ну что, Лена уже пошла купаться. Я что-то пока еще нет, потому что не хочу перед завтраком мочиться и идти переодеваться. Тут... Ой, вода, божечки. Парное молоко, ребят. Парное молоко, да, действительно. Бархатный сезон. Больше ничего не скажешь. Смотрите, какая дорожка. Шикарная вода. И отель, я еще раз повторюсь, первое впечатление, вчера вечером заехали, очень-очень понравился. А, питание на высоком уровне, ну, может быть, анимация. Ну, опять же, танцы, дискотека, было очень весело, просто мы не остались. Сегодня будем смотреть, там наверняка какие-нибудь тоже шоу, все будут. И еще самый большой плюс, что это Анталия, мы выбрали Анталию специально, чтобы погулять по городу вечером, когда у нас будет время. Вот, может быть, походим по торговым точкам каким-то. Ну, не знаю, короче, пока мы... У нас цель одна – отдыхать. А мы, девчонки переменчивые, у нас сегодня так, а завтра мы уже куда-нибудь едем в какое-нибудь интересное место. Вот так вот. 27 градусов. Только что мы с вами вышли, было 25, уже 27 градусов. Сейчас полотенца пляжные получим в спа-центре. И будем сегодня здесь наслаждаться. Наслаждаться турецким солнышком и, конечно же, вот таким ласковым морем. Ну что, мы поднялись за мамой и сейчас все вместе отправляемся на завтрак. Ну и заодно покажем вам... Сейчас 7 есть. Да. Сейчас 8 нет, да. Да, все купаются. Так приятно, да, вот чем-то что-то они добавляют, такие вот эти запах, отдушки, ага, аромат такой.
Сейчас пойдем позавтракаем. На завтрак традиционно сыры. Много видов сыров. Масло, джем. Так, здесь уже такие вареные картошечки. Диетический буфет. Здесь оливки, маслины. Очень много видов. Зелень, мята, укроп, петрушка. В общем, вот так вот. Это жареные яйца. Они сейчас выложу омлет. Заканчивается сразу вот блинчики. Блинчики, панкейки с нутеллой. Так, разные джемы. Курага. Лукум. Арбуз. Дыня. Так, здесь смотри, каша манная, овсяная с молоком, рисовая с молоком. Угу. Так, а суп традиционный, написано эзогелин, не знаю, что такого. Еще суп такой же. Ну, в общем, синит, булочки. Пироги вот такие разные. Барек с сыром. С мясным фаршем. И вот еще вот такие пончики. В общем, установка хорошая. А, ну здесь сосиски, колбаски, яйца. Так. Чай, кофе. Я на завтрак люблю и кофе, и чаек. Мой завтрак. Я так люблю вот эти вот маслины черные. Блинчики, арбузы, сливы я взяла 3 штуки. Кофе, чай. Ну, в принципе, как всегда, обычный стандартный завтрак, как мы и дома едим. Ну, дома только блинчики я редко делаю. А здесь блинчики с медом. Это очень вкусно. Еще мне нравится вот этот сыр их. Да не, вообще, все хорошо. Приятного нам аппетита. Вкусная каша, мам? Нормально? Не сказать, что на четверку. На четверочку. Какой вежливый персонал. Выходишь с ресторана, сидит девушка, говорит, хорошего дня, берегите себя. Вот как приятно. Да. Если бы люди были бы все чуть-чуть добрее, да, то вообще все было бы просто замечательно. Так, а мы сейчас идем все на море. Идем получить полотенце. Дождите сюда, банда. Сереж, можно на секундочку вас? Там с ресепшеном находится спа. Туркиш баня. Сразу баней. Последний раз тебе не понравилась баня. Не, последний раз... Туркиш баня. Не, знаешь, я люблю хамам. Ну, я без массажистов. Хамам бесплатно у нас, хамам? У нас три. Она не понимает, да? Угу. Элен, посмотрю сейчас. А, он 8:30 открывается. Бассейн там тоже есть. Потом зайдем с вами, я покажу вам. Рыбки золотые. Красивые такие, да, аквариумы? Знаете, этот отель очень компактный, все близко. Изначально мы хотели поехать в Белек Цезарь. Я была в Белеке, мама была с папой в Белеке в Цезаре. Вот, он огромный, там город в городе. В общем, пока мы думали, места в отеле уже закончились. Вот, потому что я люблю очень большие отели. А Лена с мамой, они любят покомпактнее. Ну, в принципе... Вот этот отель мне тоже нравится. Не надо много кругов нарезать. Все очень-очень близко. Ну что, пойдем купаться. Все. Мое место заняли, пока я тут ходила. На первой линии занято. А лежаков на самом деле вон огромное количество. Все с прищепками с такими приходят.
все. Вода, парное молоко вообще на самом деле. Сейчас уже термометр показывает 33 градуса. Вот, но вода по ощущениям 30, не меньше, не знаю сколько на самом деле. Ну, потом узнаем кого-нибудь. Сейчас мы помонтируем видео для вас и пойду снова купаться. Нет, зверь тут. Это лакоста, мама, крокодил. Это я тебе в Таиланде покупала. Мы с Долиной заходили там в магазин. И вот такие тапочки очень удобные. Все девчонки себе взяли. Я, видишь, тебе подарила, тебе очень классно. Хочу сказать про лежаки. Видите, сколько лежаков свободных. И вот здесь вот, что у нас есть в баре. Здесь, видите, пепельницы стоят. То есть люди, кто-то курит, то есть спокойненько. Кто-то просто... Так, айранчика нет, наверное. Так, здесь у них водичка, кофе. Айрана нет, а да? Если, наверное, нет, то 9-то, 10 нет. И водичка. Он здесь. Угу. Мы решили с девочками прогуляться. Вот здесь вот у нас, видите, подземный переход мы вам уже показывали. Но многие люди не любят его, потому что там скользко. И можно вот здесь вот ходить по дороге. Ну, над подземным переходом. Мы решили просто сейчас с девчонкой немножко пройтись по пляжу, посмотреть, что здесь интересного. Вот по таким ступенькам. И здесь у нас дорога. Видишь, трасса-то не сильно оживленная. Поэтому переходить будет очень-очень комфортно. А заход, где мы вчера искали-то сюда, чтобы попасть? Так вот он. Вот, смотри, видишь, вот этот стенд стоит вот, рядом с кафе. А вот это. А вон светофор, вот. Вот наш Sea Life Family, видишь? Вот где машина белая. Вот она сейчас около светофора притормознет. Так, здесь вот, видите, много кафешек. Цены. Цены вот такие вот, допустим. Даже не знаю, на что прочитать. Американское кофе. Холодная американо. 185 лир. Ну, нам не нужно. Это просто так интересуюсь, чтобы вам показать. Потому что мы-то... У нас столько еды там. Вот так вот приезжают местные. Без лежаков. Кто-то со своими зонтиками. Сегодня выходные. Видишь, сколько людей много. Приехали. Единственное, что мы не видели... А, вот туалет. Вот написано туалет. Есть. Но он далеко, смотри, от нас. Но у нас, наверное, тоже есть наш. Мы просто туалет еще не видели. В поисках. Ну, не то, что в поисках. Хотелось бы все сразу посмотреть. А вот смотри как. Вот. Вот он наш отель. Зона Wi-Fi, кстати. Так вот народ отдыхает. И мы тоже. Вот туристическая полиция. Все, все тут следят за порядочком. А мне нравится, смотри, как вот. Такие как беседки, да? Конструкции вот эти металлические. Деревья посадили. И лавочки. Супер. Так, а вот гранатовое дерево. Смотри, сколько много. Это как наши яблоки, да, растут. А, они что-то такие маленькие здесь. А мы были в Фитхие, вот, там смотри, все деревья были усыпаны гранатами. Вот, ага. Сразу. Да. Ух, да. Сколько их, смотри. Пять. Там же они вот такая ветка. Ну они маленькие, бывают большие гранаты, это прям маленькие. А вон там побольше есть на ветке. Ну они еще это до осени вызреют. Да, конечно. Смотри, какие тоже лежаки под тентом, все в тенечке. Ага. И вот эти вот сбоку, смотри, как красиво. Вот эти отдельные такие. Ну, как мы брали. Это у нас белые были. Ты тоже, наверное, мам, сначала думала, что городской отель это совсем не то, да, как мы привыкли к пляжному отдыху. А на самом деле оказалось все очень даже хорошо, правда? Конечно. Сейчас пойдем купаться. Возвращаемся. У нас началась акваэробика в воде. Завтра буду участвовать в акваэробике. Я люблю всякие танцы. Все, сейчас просто после обеда решили поехать в Мигрос съездить, пока мама будет отдыхать. И вот решили к отелю все-таки перейти по дороге. На самом деле подземный переход для людей пенсионного возраста не очень удобный. Вот. И мама говорит, что неудобный заход, да? Да. Вот маме неудобно заходить и выходить. Гайка. Минус, да, галька и неудобно. Для меня минуса нет, потому что я захожу без тапочек. Кто заходит в тапочках, им удобно. Маме не нравится в тапочках, да, просто плавать неудобно. Ну, короче, у всех все по-разному. Вот у нас, видите, светофор.
И мы спокойненько сейчас перейдем. Единственное, что вот мне очень жалко, что мы не можем на самокатах вот на этих покататься. Мы бы с Леной всю Анталию объездили бы. Но как их взять? У нас же нет карты, чтобы оплачивать эти самокаты. Вот если бы наша карта Газпром подошла бы, мы бы, конечно, взяли бы. Но это маловероятно. Вот мы переходим с вами дорогу к нашему отелю. Машин нет, можно переходить. Пойдем. Даже на красный. Вот. А вот банкоматы, видите, справа. Очень много. Аквабанк, Бакиевбанк. Поэтому мы там сегодня снимем денежки с Леной. По приложению летим. Я положила 10 тысяч рублей дома еще, и они сразу автоматом перевелись в лиры. 3,5 тысячи лир. Вот Денисбанк тоже автомат есть здесь. Так, поэтому... Не, дальше. Дальше, это ресторан. Мы идем с тобой дальше. Ладно, дорогие друзья, чтобы не делать слишком длинное видео, на этом буду заканчивать, для того, чтобы встретиться с вами вновь. И наш отдых в Анталии продолжается. Так что, кому интересно, подписывайтесь, смотрите, пишите комментарии. Мне будет очень приятно. Пока-пока, мои дорогие.